Добрый день. Сегодня знаменательное событие. Сегодня наконец забанили контакт. Поэтому я покажу, как обойти защиту Роскомнадзора. Нам понадобится браузер Tor. Такой своеобразный туннельный протокол. Серверы по всему миру, то есть Европа, Америка, там без разницы, Эмираты. Выбирайте, какой хотите. Сейчас загрузили новую версию. Сейчас распакуется, его можно записать на флешку и носить с собой там куда угодно. Он, по-моему, даже с открытым исходным кодом. Теперь мы запустим. Тут все автоматически, уже русский интерфейс, а не английский. Сейчас он подключится, выберет оптимальный там сервер с минимальным пингом под наше подключение. Это тестовая страница, то есть мы уже в сети. Это текущая версия, это версия обычного Firefox. Как и на IP, явно не из России. Поэтому сейчас покажем, где мы находимся. Для этого используем утилитку. Ну, онлайн-сервис. Вот, мы находимся в океане. Возможно, даже на дне. Теперь посмотрим, что нам скажет Firefox. То есть видно город, Калининград, да, можно сейчас увеличить немного. Так, этот сервис что-то не хочет открываться, сейчас подождем. Еще один момент, как бы браузер Tor вы можете использовать где хотите, но, например, я когда делаю сайты, я просто баню сразу. Потому что были прецеденты, когда просто через этот браузер пытались ломать и как бы концы в воду. То есть пробить этот айпишник проблематично, но в принципе можно. Так, ну вот, в Калининграде это оригинальный наш Firefox, а в океане это Tor. Будем сейчас заходить в контакты через Tor. Проверим здесь сначала. Не заходит, сейчас будем пинговать его, трейсить и лукапить. Ну вот, то есть пул провайдера, и дальше он уже не идет никуда. То есть блокировка стоит сайтов на уровне провайдера, правда, сам контакт, я не знаю, не понимаю, почему он вообще в сети. Возможно, у них серверы где-то еще за пределами России, потому что, по-моему, там только русский провайдер. Ростелеком основной, Транстелеком. Хотя могу ошибаться, но не знаю. Открываем через Tor. Что-то грузилось. Версия браузера у нас английская, поэтому по умолчанию интерфейс сайта тоже английский стал. Сейчас заведем свой аккаунт. Ну и телефон международный. Ну вот зашли, куча всякого дерьма, как обычно, всякой хуйни. То есть, в принципе, уже все. Сайт работает, можно лазить. Ну вот, пожалуйста, там, с каких-то приложений, какие-то подарки. Вот пойми, что вообще. В принципе, я даже не против. Проблематично что-то полезное найти.